Какое у нас доброе утро сегодня в нашем гараже. Коты пришли нам пожелать доброго утра, мы их покормили. Кошка нормально себя ведет, бубон орет чего-то, бубенчик маленький. Думали, девочка тут такой, что за концерт сегодня? Что за концерт, что случилось? Чего кричим? Рассказывает, жизнь какая тяжелая. Что-то он сегодня боится чуток. Там не боится, он просто один был долго, наверное. Так, пошли его с чердака, забрали, сказали. Бубончик, пошли кушать. А он что-то забился там, не знаю, странно. О, играться сейчас будет. Как мама его лупцует трошечки. Вот такие у нас коты. Слушай, а вот такой подкармливаем их. Передний, знаешь, как у боксера. Так он боксер. А боится всего. Это ушко надкусанное, да. В драке, да? Смотри, кошка уже от тебя ушла, чтобы полежать чуть-чуть, отдохнуть. Большой ты уже вырос, что ты маму гоняешь? Сколько ему месяцев? Мне кажется, месяца 3 у него случилось. Да не, они уже больше. Максимум 4. Ну что такое? Ну, красивый такой, может, такой окрас красивый. Эх, если бы так все сложно не было. Да. Давай. Да что ты такой боишься? Да смотри, раз и убегает. Ну что такое с ним? Вот когда мы к тебе проявили неуважение в тот раз? Когда мы тебе плохо сделали? Чего ты такой неумный? Ты бойся тех, кого надо бояться. Главное, что заходит, а гладиться не дает сегодня. Кошка позит. Угу. А, смотри, там кто-то ходит, наверное. Да, там. Ребята работают? Да, ремонт дорог, наверное. И бубенчик рванул. Бубенца испугали. Первый выбежал. Что, охранять нас будет, да? Да, он охранять. Ну, там хлопцы работают. Мальчик работает. Жара уже. День. Пошли. Смотри. Вот странная у них реакция. Как бы там неизвестности, они выбегают и смотрят. Ну да, причем первый же прятался. Да. Еле нашли его на Скажи, крыше это сегодня. Интерес, или поднимались это, или за это? Ним. Это такая странная реакция. Мне нравится. Они тоже любят смотреть, как люди работают. Да? Угу, так нет, и мы. Нет ничего интереснее, чем смотреть на рабочих людей, которые работают и делают. Ну, так, в принципе, правильно, нужно асфальт класть. Неделю готовили, укатывали, в песочек все. Вот дай бог, так может, там асфальта я там яма была, я подошла, померила, это была длина моего колена. Вот до колена. От ступни до колена высота. То есть это где-то 43-45 сантиметров. Представляешь, глубина? Ну, она будет лежать лет стоит, этот асфальт. Ну да, так меняют-то вообще, асфальт-то и хороший был, да. Его меняют. Вот такие у нас сегодня события. Подожди. А, ты уже... У нас... Ай-яй-яй, у меня это... У нас просто... консерва здесь. У нас происшествие. Смотрите, вот кошка, а вон куда забрался котенок. Вот что делать? А где? Вон оно, больное, малое. Смотрите, я уже поставила лестницу, я не знаю сейчас, как его приманить. Это он забрался по тому ковру самолету. Надо снимать его. Смертельный номер. Ой, боже мой, ёпта. Иди сюда, кстати. Еда, иди сюда. А если ты его туда спросишь, за ту сторону? Я пытаюсь его схватить, все может быть. Да, снимем его сейчас, подожди, пусть подойдет, иди. Смотри, а что ты его не научила, кошка? Консерва, иди, малыш, здесь консерва. Вкусная консерва, иди. Вот смотри, он уже близко. Ну иди, Мася. Консерва, иди, консерва. Консерва, не бойся. Аккуратно. Ой. Ты собака или ты кот? Не поцарапал? Нет. Ну так реально сказать. Фу, блин. Консервный трюк сработал. Так, давай идем им дадим кушать. Нет? Обосратушки, перепрятушки, блин. Давай. Ну чего ты? Все, идем, сейчас будем ковер снимать. Идем кушать. Слушай, ты. Иди давай.
как это, экскаватор или кто ты, альпинист? Фулиган. Ты что наделал? Вот он с той стороны, я тебе говорю, там на что-то он запрыгнул и подцепился. Посмотри, посмотри. Любовь, кошка, научи своего котенка не делать так. Да, чего? Они что-то давно не делали. Как я тебя схватила, Соня, как я тебя схватила, а? Смотри, как я его схватила. Испугался. Я сама испугалась. Идем, все, красавцы, идемте кушать. Ты не залазь больше там. Идем кушать. Идем кушать. Котя, идем кушать. Идем кушать, идем. Идем. О, еда! Еда! Есть там еще? Я ему на голову натрусила. А там, слушай, если есть, дай, держи камеру, если можешь. Я не могу. Я не могу, я как-то владела уже, я не буду. Как тебя? Расскажи свои переживания. Ну не знаю, я ж никогда его не брала, он ж деканом. А скажи, он такой приятный, такой плюшевый. Я его открыла уже, думаю, уже надо его тянуть, потому что он не подойдет больше. Что вот, народ, спасение котов. Ну вы сумасшедший. Любите котиков. Вы сумасшедший. А смотри, что он сделал. А, наверное, здесь не будет видно. Там кусок кровати. Видно, видно, что. Вон, кусок кровати как раз под стену и кусок этого ковра. Сейчас надо его снимать нафиг, этот ковер. Дай мне, если там консерва осталось что-то. Ну, чуть-чуть. А ну что тут? О! Ты хочешь доесть? Да, обязательно. Не, я сейчас водички наберу и это смою. Сейчас я это осталось. Да, а им как раз будет жидкость. Так. Котяры. Сумасшедший кот. Что, малой? Вот это вот дурное малое. Скажи, как все, как и дети. Давай, заодно будет и жидкость есть. Я им еще там витамина подмешала. Разных комплекс, чтобы покушали. Голодные. Но слава богу, что есть кушать. Сейчас будем снимать ковер. Кошечка, кушай, кушай, кушай. Стресс такой, стресс пережил, масята. Боже, а сколько ж ты там уже сидел? Сколько, я говорю, сколько он там сидел уже, а? И оно орёт. Мы такие, где оно? Поднимаем голову, оно вот тут вот бегает везде вот. По вот этому всему. По крыше по этой. Мы такие, господи, откуда как-то залез вообще? Короче, весело нам с котами. Давай обратно это. Давай я уже залезу, сниму. Ну этот, ковер. Я не хочу. Не надо, он опять это сделает. Что значит пусть висит? Ковер самолет, как мы можем... Да перестань, ну не глупый, ну глупости не говори. Давай, я... Нет, давай это, зачем этот пыль, чтобы сейчас упал? Ты сейчас это подпрыгнешь, оно все бахнет. Давай пока аккуратно. Учился. Ну, взять лестницу обратно и... Скатать его и на продажу понести. Да. О. Ага. Знаменитый иранский ковер. Народ, когда будешь ковер, помните, обязательно. Нет, мы его поставим, а коты подерут это когтями. Ну, окей. Ну, окей, ну возьми это. Давай. Ты помыла руки? Да. А, ну все, ну давай. Уже. Наташа идет сейчас. Ну как я это вижу? Сейчас будет супер у нас видео, как Наташа. А что супер видео? Как Наташа снимает ковер самолет. Еще раз повторяем, ковер залетел к нам, видимо, от соседей с крыши. Я не хочу его снимать, потому что я верю в сказки. Мне что, он полетит сейчас? Мне приятно думать, что у нас дома есть ковер самолет. Тебе приятно думать, что там батарейка разлетелась, да, просто? Надо ее вставить. Ее пролетело. Ага, ты думаешь так, а ни хрена это не просто, я не знаю, что делать, надо на ту сторону его бросить. Ну все, не, вообще не надо его трогать. Он опять залезет, ты что, не понимаешь? Я опять его сниму. Вон он уже здесь, смотри, порося такое. Слушай, у нас выше ничего нет? Кися. Боже, я думала, это так легко. Кися. А, все, поел уже, вот прутики, мы с ним играем, прутиками. Я тебе говорю. Котика, к сожалению, мы взять к себе не можем. Ну хватит уже рассказывать, не можем и не можем. Не можем его взять. Делать? А я думаю, если ты подпрыгнешь, на нем зависнешь, это будет либо классное видео, либо ты его стянешь. Как мы его перебросим? А я вот возьму. Народ, пишите в комменты, как можно вообще перекинуть ковер самолет. А, шваброй, подожди, возьми, подцепи швабру, Наташ, иди подцепи шваброй под ковер. Народ, просто напишите смешной коммент какой-то про наших котиков, которых мы здесь кормим. Вот. Симпатюньки наши. Это вот малое, оно вообще не шло никогда на руки. Тихо, а там кот пришел, смотри. Карсон? Карсон, по-моему. А это кот Карсон, это его папа. Он такой я вот... Я не уверена, папа. Он ну, такой да, вот полненький. Подождите, сейчас я, может, увеличу. Ну вот, кошка к нему бежит. Ну, мне кажется, это папа, потому что котенок на него похож, а Карсон очень такой жирненький.
А, кстати, вот обратите внимание, тут новый асфальтик кладут, хотя асфальтик был нормальный. Да, просто, видимо, денежку выделили, и асфальтик кладется. Пойдем вот. Помогать. Подожди, сейчас, я хочу посмотреть, это Карсон, вот. Так кот Карсон, упитанная такая котейка. У тебя видно хоть? Ну так, слабо видно. Ой, котенок бежит уже сюда. Я же говорю, это семейка вот эта. Так если что не доедают, Карсон приходит, ночью доедает. Так он сейчас все съест, вот Карсон. Наташа, можешь сесть на метлу, типа, как бы ты зачем? Вот, ну, не знаю, и поехать. Вот здесь летающая как Наташа на метле и ковер-самолет. У меня батарейки такой нет. Посмотри, а вот посмотри. Наш домик. Посмотри. Ну, я показывала уже, да, это все семейство. Карсон, кошка и котенок. Все, идем снимать ковер-самолет. Не снимать, а перебрасывать. Идем. Что это она за ним такая? Ну, за котенком, ну, балуются, может, играются. Пошли, Наташ, давай. Смотри, смотри, реально она охотится. За кем? За малым? Да. Они играются, ты что? А Карсон мирно ждет своей порции, когда мы уже свалим, а он подойдет и спокойно покушает, там, что там осталось. Вот там много осталось. Ну, слава богу, все, ладно, не буду показывать, реально, много осталось. Птички. Вот наше жилье. Мы пишем здесь no parking, чтобы некие неумные люди не парковались и не блокировали. Ну, давай, сейчас время Наташи побыть героем, как бы я уже была. Ну, я котенка сняла, да. Я догадалась, как это сделать. Я догадалась, как тебе перекинуть ковер, не? Так, народ, пишите-ка в комментах, чтобы вы, как бы вы ковер перекинули. А мне не интересно, это что написать, понимаешь? Не напишут, какая мне разница. Мне надо, чтобы пришли и помогли. Ой. Мне хочется какую-то сейчас песню петь, типа 1 мая, вот такое. О, вот. Да вы старые сейчас. Ой, швабру отдайте. Все, ура. Фу, конец летающему ковру. Фу. Наташа, аккуратненько по ступенькам. Вот коробочка, кстати, которую мы взяли, чтобы подклеить гараж. Слушай, надо посмотреть, насколько он туда сейчас пойду, посмотрю, насколько он провалился туда. Ну, пошли посмотрим. Он еще, ему хватит. Продолжается видео про летающий ковер-самолет. Вот диванчик. Кстати, не стоит покупать мебель в Эмиратах и ставить в гараже, что он пыльный весь. Смотри, Карлсон. Ну, вот Карлсон крадется покушать. Карлсончик. Карлсончик. Ну, он такой спокойный котик, знаете, такой толстенький, упитанный. Ну да, жрет, ну, правда, до пятерых. Да, он так доедает все, что остается. Карлсон, мы не рассчитывали на тебя, что ты тут будешь плодить детей. Понимаешь? Ай, Карсончик. Ну, что, и не выгонит. И Наташа со шваброй. Что-то когда приближаю, ой, отдаляю, так оно это почему-то темное. Ну что, не, все, провалился? Да. Покажи. А то там есть, не видно. То есть теперь соседи, если захотят... Не отстегивай сильно так, да? Ну что ты глянешь, там ничего не видно. А вот у нас, то есть, а в этом ну, просто... А это все сейчас, хорошее стойте. Я очень... Тут новое что-то появилось. Вот этого дерьма не было, извините за выражение. Подождите, ничего не видно, вот просто. Ну, это кухонная какая-то мебель, слышишь? Ничего, а вот теперь что-то видно. Наташ, можешь отойти еще чуть-чуть? Так вот хоть что-то так будет видно. Так, вспышку, там нет вспышки? А, понятно. Вот же вспышка. Ну, так включи мне ее. О, спасибо. Я боялась экран закрыть. А вот у нас что в этом гараже. Представляете, бардак какой. Просто какой бардак. Я просто боюсь даже туда зайти, чтобы вытащить этот ковер. Ну, там еще пару раз, пару лет назад жили крыски, но крысок теперь нет. Слава богу, есть котики. Теперь живут крыски. Да. Освещение. И котенка с нами тут бегает. Спасенный. Ох, какие глазища. Ну все, народ, вот такое видео сегодня про спасение котиков. Пишите, как у вас дела, любите ли котиков, кормите ли вы их. В общем, всем желаю попасть в Эмираты и погладить котиков. Просто вот такое пожелание сегодня. И шлем всем тепла. Ну, вот такое видео сегодня. И Наташа на метле. Все, всем пока.